Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире «Минск чрезвычайный». У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. «Минск чрезвычайный». Оперативная информация за неделю. Традиционно начнем с цифр статистики. С начала года на пожары и загорания столичные спасатели совершили более 2600 выездов. За это время погибли 12 человек. Только за минувшую неделю пожары унесли жизни двух столичных жителей. 44 человека, в том числе ребенок, пострадали. В ходе боевой работы из опасных зон были спасены и эвакуированы более 1950 человек. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник на пожаре в Минске погиб мужчина. Сильный дым и строительные бытовки на проспекте Победителей заметили прохожие и вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли на место происшествия, бытовка была охвачена пламенем. Вспыхнула деревянная обшивка и утеплитель. В помещении спасатели обнаружили 47-летнего мужчину без признаков жизни. Основная версия происшествия – неосторожное использование огня. Трагедией мог закончиться и пожар в трехэтажке по улице Строителей. ЧП произошло во вторник около 11 вечера в квартире на третьем этаже. К счастью, оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар и спасли лежащего на полу без сознания 65-летнего отца хозяйки апартаментов. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован. Причиной возникновения пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения пострадавшим. К слову, мужчина характеризуется посредственно, курит и употребляет спиртные напитки. Чтобы избежать трагедии, необходимо помнить, что курение – это удовольствие весьма сомнительное. Особенно, когда в преддверии употребляется спиртное. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и люди рискуют пасть жертвой собственной неосторожности. Риск гибели на пожаре снизить на 80% может установка автономного пожарного извещателя. Он громким звуковым сигналом оповестит вас или ваших соседей о появлении задымления и тем самым сможет предотвратить беду. Стоит отметить, что с начала года 103 жителя нашей страны, из которых 29 – это дети, спаслись благодаря сработке АПИ. Минск чрезвычайный. В среду около полудня у хозяина частного дома по 4-й улице Щорса вспыхнула плита. Минута промедления могла стоить 56-летнему мужчине не только дома, но и жизни. Только когда прибывшие в считанные минуты пожарные перекрыли газ, огонь удалось укротить. Пожар вызвал замкнувший провод электророжика варочной поверхности. Без ремонта кухни хозяину уже никак не обойтись. И еще один пожар произошел в этот день поздно вечером в одной из квартир на 4-м этаже пятиэтажки по улице Адаевского. Тревогу забили взволнованные соседи. Они-то и вызвали спасателей. Оперативно прибывшие работники МЧС обнаружили в горящем кресле мужчину. Пьяный знакомый хозяина квартиры уснул и имел все шансы уже никогда не проснуться, если бы не приехавшие на вызов спасатели. С ожогами тела и отравлением продуктами горения 55-летнего мужчину увезла скорая. Причиной случившегося стала непотушенная сигарета. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером в Первомайском районе столицы по вине еще одного нетрезвого курильщика загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома на улице Миржинского. Сообщение о пожаре поступило на 101 от жильцов дома около 10 вечера. Из горящей комнаты через окно столичные огнеборцы спасли 42-летнего брата хозяйки квартиры. Во время пожара он, как ни в чем не бывало, мирно спал на диване. После осмотра бригады скорой помощи с отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован в больницу. С наступлением холодов в суточных сводках стала появляться информация о загораниях бытовок. Предположительно, в результате короткого замыкания электропроводки в ночь с пятницы на субботу на территории строительной площадки в границах проспекта Победителей, улицы Ратомской и улицы Тимирязева загорелись обшивка и имущество в металлической строительной бытовке. В результате этого пожара никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Закончилась неделя в городе так же трагически, как и началась. Поздно ночью в воскресенье жертвой пожара стал 63-летний хозяин двушки на улице Козлова. Во время тушения пожара работники МЧС обнаружили его на диване в соседней с горящей комнате уже без признаков жизни. Причину этого трагического происшествия еще предстоит установить экспертам. Такой была ушедшая неделя в Минске. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя. До следующего вторника. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.